Здоровенькие ребята, вы на канале Фордмаг. Ну что же, Супер Банни Мэн Руди Геймс. Вчера самое смешное, эту игру я проходил за витамины со своей замечательной дамой сердца. И мы, блять, эту игру возненавидели. Почему? Потому что места, в которых располагается эта сраная морковка, это, блять, пиздец. Это было больно. Это было больно, где-то весело, где-то бредово. Ну, давайте уж посмотрим, что случилось с нашими замечательными кролями, которые любят делать RPG-мечты. Да, я скоро к нему вернусь. Не волнуйтесь, я к нему вернусь. Погнали. Смотри, вот можно хватать друг друга и ебать. Когда нашел труп в морге, бля. Оба, бля, красавчик. Опа. Ой, блядь, помоги, Никита. За ногу схватывай. Хватай меня. Красавчик. Ура. Поможешь мне? Конечно, сейчас морковку выкину. Красавчик, давай. Красавчик. Схвати меня за ногу заднюю. О, о, держи, теперь смотри. Ой, блядь. Сучка. О, блин, давай, еби меня. Вытащи, я же, блядь, уроню морковку. О, нет. Блядь. Когда бахну. Это ебаная морковка. Кстати, я так не проверял одну простую вещь вот в игре. Вот с этой чертовой морковкой. Можно ли ее просто выкинуть и потом дальше, блядь, как-то пытаться выживать? То есть, чтобы просто выкинуть ее в портал и все. Потому что мы обычно старались пройти вот полностью именно вместе и с морковкой. Пивка. Блядь, давай, давай. О, перепрыгивай. Бахну в пивка. Я закрыл тебя от ужаса, поймал. Я тебя кину на шип. Да, физика в этой игре, это, понимаете, это что-то невообразимое. В один момент ты можешь просто полететь хрен знает куда, в другой момент твой друг тебя может пульнуть на сраное дерево, да, вот это было вообще неожиданно. А в третий момент вообще за карту, просто потому что, ну, физика так захотела. Рад меня видеть. Или ты сдох. Тут тоже надо уметь перепрыгнуть, иначе пизда. Прыгай мне на спину. Ты обосрался в конце. Да, да. Отпускай меня, я полечу в космос. Лети. А это за уровень? Я такой не помню. Не, да, по-моему, просто это. Понимаешь, некоторые уровни мы некоторые проходили быстро, а некоторых мы прям затупливали, чисто из-за того, что мы хотели морковку достать. Я знаю, что можно без морковки проходить, Данил, я знаю. Просто у нас прям было условие, мы должны достать эту сраную морковку. Хуй со временем, хуй с какими-то еще условиями. Морковка. Все, что нужно, это морковка. Ты меня грамотно слил, бля. Блядь, меня бесит фантом, который... Да. Это уровень с прыжками, в котором ты не мог вначале никак перепрыгнуть, а потом в конце обосрался, когда все собрали. Это да. Опа. Сука. Да я сейчас опять сдохну. Поймаю. Лови ее в полете. Лови ее, я сказал. Оба, оба, оба. Давай по мне взбирайся, я взберу. Ага. Цепляйся за меня, что? Что? Ну ты как ты. Ну по факту, блядь, такая же хуйня. Тяжелыми будет. А, нет, отпускай, нет. Отпускай. Ебуши. Так, надо схватиться, наверное, за морковку. Ну я могу ошибаться, конечно. Опа. Опа. Привет, Танус. Нормально, сейчас я так же. Опа, опа, блядь. Прям точно так же, прям не спорю. Ладно, я по идее на морковке, она меня не должна спасти. Давай, давай, давай. Хорошо. Бля, 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 бля. Прыгай, 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 прыгай. Я собираюсь морально с этой ебучей морковкой. Какая она огромная, сука. Забирай морковку. Тихо, тихо. На. Забирай. Прощай. Ага. Просто ускоряйся. Лежи в горизонтальном положении. Да, вот. Блять, лучшая механика. Упереться в лед и просто хуячить по кнопке прыжка. Вот это вот пиздато. Честно. Попробуйте, реально. Вот. Да, сука. Вот, все, я смогу. Опа. Опа. Опа, оба, оба, оба. Просто тимворк. Тим. Живи, 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 живи.
Хороший тимворк, блядь. Ты еще можешь меня спасти? Не, самое смешное, даже без скалпа здесь можно выбраться. Здесь просто нужно очень хорошо прожать вот градус найти и прям хуячить на кнопку прыжка. Но это, блядь, сложно, понимаете? Проблема в том, что вам чаще всего не повезет. Вас просто вытолкнет. И все. Даже не надейтесь на что-то хорошее. Твою. Время все меньше! Попробуй-ка! Мне ж плохо, честно, сука. Сука. Вообще просто! Вот эта хуйня меня порой просто убивает, что один прыжок и все, и ты прошел всю карту. Помоги мне. Блять. Я ненавижу тут. Домой. Да. Welcome to the... Вот это место, на котором она постоянно, блять, прыгала и хуячилась. Постоянно. Просто ебалом нырнул. Помоги. Разгоняемся. Отпусти руки и прыгай тут же, ты выпрыгнешь. Я боюсь. Давай, просто начинай. Давай. Отпусти и прыгай. Я верю в себя. Нервный тик. Давай. Ну уже. Под углом надо было согнуться, чтобы ножки оперлись на шипы. Хотя по факту это пиздец, по факту заяц просто лишается ног чисто ради какого-то портала и морковки. Ну давай. Я так даже с черепашки не смеялся. Давай от меня отпрыгивай, ну. Ага. Давай. Ты сдох! Ты успел me right now, baby, right now. Давай, на прыгучий... Давай. Что? Не-не, вот эти неплохой уровень. Вот, понимаете, в чем еще главная проблема? То, как выстраивали создатели этой игры уровни, это очень тупо. Не в отношении того, что геймдизайн там порой, ну, хромает. Да, это понятно, но... Сложность. Очень тупая кривая сочи, что один уровень просто легчайший, вы проходите за две попытки, собрав морковку и даже, возможно, уложитесь времени, а другой уровень просто... Все. Вы просто хотите, я не знаю, проматериться, перечитать вообще весь словарь матов и сломать компьютер. Вот реально кривая сложность там ублюдская. Я понял, с какой тут... Бля, давай дождись, пока я, блядь, перепрыгну. Хорошо. Блядь. Я не могу. Смотри, я покажу. Где-то тут становишься и такой... Да. Покорил ее. Ты спасешь меня, правда? Да ты вытащишься. Я ни капли не сомневался. Сука. Что, Олеж? Тоже много страдали, но я не помню только почему. По-моему, больше страдали как раз-таки. Я вспомнила, там морковка была на платформе. Да, вот эта поебанная платформа с морковкой, она просто ублюдски сделанная. Реально, там либо приходится идеально находить момент, в котором ты будешь отпрыгивать от пуза своего оппонента, ну, то есть, с кем ты играешь коопе. Нет, это другой. Другой, вот я просто вспомнил тот самый уровень, где нужно, вот нет, слишком высокая платформа. Нет, там блядь, если нету. Да. Ладно, сейчас спасу тебя. Я держусь из последних сил. Покори ее, брат. Вот, чё, брат? Я тебя отомщу, нахуй, сейчас. Брат, помоги. Отомсти мне. Ну, спасибо. Брат, помоги. Да ты, сука. Тащи меня, брат. Опа. Брат! Кстати, я не понимаю, то мы настолько уже, как говорится, руки себе вчера добили от злости, что у нас вообще этот уровень, ну вот именно вот эти вот платформы не вызывали сложностей. То ли мы уже совсем, как говорится, это ебаное. Чё происходит? Просто мы вчера довольно быстро, проходили. Постоянно, вот эти платформы с тобой, по-моему, мастили за несколько попыток, буквально, там, за 2-3 попытки. Ну да.
Хрен знает, может быть, блядь, реально уже настолько со злости от все это говно прошли. Помоги! О, господи. Погнали. Так и держимся до последнего. О, блядь. Блядь, предсмертный поцелуй Человека-паука. Так, помочь? Да не, не надо. Помоги! Хватайся за ногу. Кстати, знаете, напоминает вот это говно, когда ты в детстве, если у вас, знаете, такой узенький коридор в квартире, и там вот две стеночки очень близко, ты, блядь, просто снимал с себя носки, и вот так вот ногами, изображает Человека-паука, блядь, вот такая же хуйня, только насмерть. Продолжай. Держишься? Точно держишься? Сейчас взлетим, спорим, смотри. Так. Давай, давай, вытяй! Так. Блять, можно вытянуть. О, можно вытянуть. Нихуя, блядь. Сейчас я... Вот эти, по-моему, просто не дошли еще до него. Мы застряли же на том самом уровне, вот, который нас прям выебал вчера. Второй раз попробую. Нет. Да ладно. Просто тем, кто играет в эту игру, самый простой совет. Упритесь животом и руками в эту льдину и просто хуячите по прыжку. И вы начнете так, хей-хей-хей-хей, просто хуячить и просто лететь. Блять. Так. Что? В игре же баг, это баг игровой. Какой? А что там можно делать? Ну, хватаешься за ноги, прыгаешь и можно так летать. Точно, я вспомнила, что баг же такой есть, надо попробовать. А, кстати, по-моему, вроде его в новой версии уже устранили. Надо будет смотреть, может тогда старую версию надо скачать. Так. Мы быстрее уже просто прошли. Судьба неизменчива. Тут нет опасности, кроме тебя, блядь. I'm the danger. Да сука. Блядь. Это твоя опасность, ты называешь. Помоги. Давай. А, все. Дай руку. Тихо. Сука. Так, парим. Законом не запрещено. Да охуел, блядь. Пиздец. Ну чё, ребята, вот такое вот приключение кролей. Эх, черт подери, игра порой веселая, классная, в некоторых моментах тебя прям буквально ебут, просто потому что либо прыжки не работают, либо я дурак и лыжи не едут. Но огромное спасибо, так сказать, нашим замечательным кролям. Руди, уважение, респект, лайк. На этом все. Обязательно поддержим авторов оригинала. Подписочка, лайк, не забываем про колокольчик, чтобы не пустить новые реакции, комментарии для продвижения видео и спокойной вам ночи, дружки-пирожки.